Всем привет, народ, с вами Алекс, мы продолжаем играть в SnowRunner и проходить карту Мэн, которая пройдена на 79%. Ах, итак, что мы будем делать? Я помню, я сильно хотел выполнить миссию на время, да, насколько я помню. Но нам нужно еще огромное количество дров оттарабанить. Кстати, на чем мы дрова можем возить? А нам не на чем их возить. Парам-парам-парам-пам-пам. Но средних нужно много. Как минимум средних 3 нужно сюда наверх. Давайте, короче, наверное... Я думал на форде поехать точку тут. Точнее, запчасти позабирать. Но получается так, что... Неудобненько будет, наверное. Сейчас, короче, возьмем этого. Ой, не та карта. А хотя нет. Давайте посмотрим. Короткие бревна 2 штуки. Средние бревна 2, длинные 1. Ну-ка, северные люди это где? Выше в горы. Выше в горы. Вот это что ли? Северные люди. Так, ну туда, в принципе, мы можем доехать без... Без каких-либо проблем, наверное. Или с проблемами. Короче, длинные бревна возить сложнее, чем короткие. Поэтому мы сейчас возьмем кразик длинный. А короткий уберем. Правильно? Я думаю, что да. А потом уже, когда где-то чуть сместимся, тогда уже поедем там миссию на время, пройдем там еще что-нибудь. Так, вакуум. 123 литра. А тут сколько? Если честно, на заправку не горю желанием ехать. 123. А есть что-то с собой? Кроме запаски ничего. Сколько нам нужно, чтобы приехать наверх? Давайте к нему попробуем доехать и слить максимум туда. А потом его продадим. Как-то так. Ух, нифига, ему тяжело. Лука завалился где-то по пути. А, блин, нам же, кстати, еще по реке в обратную сторону сейчас придется ехать. Я понял. Эвакуация. Принять. На стоянку пока что. Я еще не определился. Может, мы сейчас запорим тут все. Так. У нас же тут не погрузка. Погрузка здесь. А ехать вот сюда. Короче, нужно будет... А, ну ладно. Мы сейчас заедем на погрузку. Я надеюсь, что потом мы сможем поехать сюда обратно. Хотя там, блин, каменюки в конце. Я не знаю, проедем мы там, не проедем. И нужно будет снарядить какую-то тачку в виде бензовоза. Блин, нужно было не продавать тот этот фритлайнер или что у нас там было. Может, отличный бензовоз был бы. Тот, который неустойчивая тачка. Для бенза ее как раз было бы, наверное, с головой. Ползет кразик? Ползет? Да блин, эта камера не хочет крутиться за мной. Блин, ну здесь много всего. Прям капец, как много всего. Доски, бревна, все подряд. А, стоп, так. Не, нафиг это все. Нафиг, просто нафиг. А хотя нет, не нафиг. Мы одни длинные отвезем, потом эвакуируемся. Пока у нас тут близко. Думал сейчас на среднее переключиться. Не, сначала длинное тарабаним. Потом уже будем об этом думать. Как думаете, проедем, не проедем? Я сейчас поеду вообще намного выше по течению. Мы, кстати, сейчас все елки переломаем, потом выехать не сможем. По-моему, отлично. Ползем.
как минимум. А потом мы его тогда посмотрим еще на длинные... Это что за... А, это солнце попадает. Я подумал, у нас бенз начал выливаться. Именно причем бенз, не дизеляк. Короче, отвезем длинные, потом посмотрим, что у нас еще по длинным дровам нужно будет сделать. Потом, я думаю, что переключимся на средние. Средних просто нужно много возить. Можно сразу, в принципе, посмотреть, что парится-то. Чтобы понимать, чего ожидать. Деревянные доски 4. Ну, длинный один — это то, что сейчас привезем. Отлично. Один раз нужно длинные отвезти, и все, они больше никогда нам не нужны. Так. Слушайте, мы тут проедем или нет? Кто мне скажет? Ну вот здесь нас течением снесет. А здесь мы можем... Тут течением не снесет, но здесь можем опрокинуться на камнях. Насрать, да, наверное? Наверное, да. А что у нас крана нет? Он не ставится на кразик, что ли? И, короче, наверное, нужно будет, знаете как, пару бензовозов оттарабанить. То есть мы сейчас загрузимся, туда поедем, станем перед переходом, пригоним бензовоз, потом перейдем вместе... довезем груз, ну я не знаю, это все в одну серию впишется или нет, довезем груз, потом ТП, удаляем прицеп, конечно же, как всегда, тратим кучу денег на удаление прицепа. Так, уже как сардельки какие-то загрузились. Так, поехали. Потом делаем эвакуацию сюда, делаем из него среднебревновоз. Это так, если можно так выразиться. Покупаем к нему прицеп, берем еще один бензовоз и едем еще раз также возить дрова. Как-то так. Только дрова средние нужно будет пересчитать. Откуда, куда, почему и зачем нам их везти. Так, вот этот камень надо объехать. Иначе он нам сделает что-то нехорошее. Так, ну деревья я вроде какие-то оставил. Блин, я в упор вправо еду, мне просто дубасит течение. Ну, кстати, своим ходом ползет. Красиво. Просто моща. Главное не завалить. У него даже тюнинга нет никакого. Как думаете, стоит ли? Мы же его по-любому будем тпхать в этой серии или нет, я не знаю, но напишите в комментах, если не в этой серии мы его тпхнем, стоит ли на него ставить высокую подвеску и высокие колеса побольше. Мне кажется, просто если поставить высокую подвеску, которая у нас на тот момент была закрыта, когда мы его брали, мне кажется, что его вся устойчивость может на этом закончиться, на высокой подвеске и высоких колесах, потому что высота колес — это не их ширина. Ну, хотя, может, они и станут чуть шире, но вряд ли. Это надо сверять, сравнивать. Вот, короче, как-то так. Да и плюс этой подвески вроде ему как хватает, чтобы ездить. А то мне кажется, что если я поставлю высокую подвеску и высокие колеса, мне он перестанет нравиться. Хотя, скорее, не то, что перестанет нравиться. Просто, наверное, станет каким-нибудь посредственным. Типа такое, ничего особенного, как обычно. А так, походу, за счет небольшой высоты его устойчивость прямо на высоте. Интересно, высота колес прицепа у нас такая же? Или больше, или меньше? По резине высота. Так, ну чё, мы сейчас разгрузимся, да, походу? Или нет? Короче, сейчас будет видно, что мы сделаем. Возможно, ничего хорошего мы не сделаем. Но выхода у нас нет. А-а-а, точно. Мы же здесь проезжали, я такой, типа, блин, там срака, а потом такой еду, такой, а, ну, ок.
Все отлично, точно. Вспомнил. Пока не увидел, не вспомнил. Чего я боялся тут ехать? Мне тут там даже по реке как-то, ну, норм проезд уже, кажется. Так, какого цвета? Зеленого. Зеленая елка, значит, можно тянуться лебедкой за нее. Что-то мне дрова не нравится, как они себя ведут немножечко. Я думаю, сойдет. Бабах. Каменюка. Это по-нашему. Ох, нифига, прицеп что творит. Ёпты, не лагай, пожалуйста. Ты сейчас улетим куда-то в космос снова. Видели, да, как он затрусился? Я что-то даже не понял, почему. Не, ну я понимаю, что мы ударились в камень. Но такое сколько раз происходило, но так он никогда не дергался. Так, переход тут прям вообще сразу. Тупо сразу. Ну вот эта кразовская тема начинает подпрыгивать. Хотя, по-моему, анки тоже начали подпрыгивать. Так, надо хоть просвет оставить для другой тачки. Так, 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 так. Бензовоз. Анг-бензовоз давайте, да? Ну, чтоб наверняка. И то непонятно, есть там бензовоз у него или нет. Тонн на 800. По-моему, это копейки. Надо перекрасить. Или в желтый? Нет. Оранжевый. Оранжевый у нас был уже такой. В красный. Под цвет полосок. Принять назад. Покинуть. А, стоп. Еще раз эвакуация. Надо посмотреть, что там по движку. И мне кажется... А, стоковый. Ну, отлично. Пусть он будет экономный. Я думаю, что ему хватит дури самого себя катать. Коробка заряженная. Подвеска высокая. Резина есть. Лебедка есть, запаска, шноркель. Серийный продать. Модуль кузова, что там еще? Выхлоп. Кто там сказал, что если поменять выхлоп, он начнет коптить? О, наша любимая труба. Есть. Продать. Назад, назад. Ну, я думаю, что это был Степ по поводу трубы. Хотя фиг знает. Надо днем ехать. Непонятно. Слушайте, ну вроде как да. А чё я раньше не обращал внимания? Или я обращал внимание, только забыл об этом. Сейчас нормально начал коптить. Как настоящий анг. Нифига он медленный. А чё болтает? Он даже полная цистерна, его не должно болтать так. С полной цистерной не должно болтать. Ты чё, машина? Они типа сделали физику, типа якобы цистерна, типа что там топливо плещется. Но тачка-то как бы более устойчивая, когда полная цистерна. Она у нас как раз таки полная, а ведет себя так, будто у нас пол цистерны. Ох уж эти симуляторы в скобочках. Ну, кстати, раньше такого прикола не было, что с полной цистерной едешь, и его вводят по сторонам. Вот, походу, вот с этой картой добавили эту фигню. Потому что раньше такого не замечал. Может, это чисто на анг так влияет. Они же все колеса восьмеркой огромные, может, его из-за этого и покачивает. Но прям сильно видно было, что его прям влево-вправо, влево-вправо, туда-сюда. Так, короче, поехали на повышайке, задолбаю сейчас на автомате ехать тут. Повышаечка ему должно хватить. Ух ты, блин. Для бензовоза такого не хватает, только этого. Лебедки. Средний. Автономный. И все, и тачка просто зверь будет. А, ну еще чуть-чуть ремонта добавить, чтобы с собой можно было возить. Ну ничего, сейчас доедем. Сейчас доедем, эту штуку заправим. Просто... Там ехать в такую сраку, что мне кажется, что топлива может у нас не хватить. Поэтому нужно будет заправить его обязательно. Тот кразик, чтобы мы туда доехали. Зато приятно понимать то, что длинных уже не будет. Будут средние и короткие. Что может быть лучше?
Ого. Нифига я заехал. Нормально. Лучше так не делать. Надо на карту смотреть. Ой, на карту. На дорогу, которой нет. Вот что-то у нас полилось там со сраки. Да давай, ты сможешь. Слушайте, ну дофига ушло топлива. Считай полтинник, чтобы доехать до перехода. Но зато тонн на 800 есть. А тонн на 800 это прям вообще шикарно. Его даже можно просто возле перехода там оставить. И все, это уже будет отлично. Я просто задумался, куда мне поехать. Левее или правее? Сейчас такой хлоп и на бок. Это будет эпично. Видите, да, болта? Может, это из-за ямок, типа? Фиг его знает, но он очень странно себя ведет. Прям вообще очень странно. Давай, давай, едь, едь, едь. Ну вот, типа, что это за бред? Он вообще неадекватный. Что с ним не так? Он тупо неадекватный какой-то. Капец. Главное, что я кнопку не отпустил, но оно почему-то само сбросилось. Пропустить. Даже не знаю, где ее нужно будет бросить, эту тачку. Где-то там, в любом случае, рядышком, наверное. О, слушайте, я хочу сам проехать. Он вообще неадекватный. Я не знаю, в чем прикол. Ну, походу из-за цистерны. Да, по-любому игра чекает, что якобы она не полная. Разик, мы тебя заправляем сейчас, и нужно понять, куда нам поехать. Итак. Ух ты. Есть очень толстый намек, что можно, в принципе, проехать где-то... Северные люди. Вот через этот мостик, через вот эту вот дорожку... Короче, понятно. Мы едем дальше. Мы не будем сворачивать, мы поедем прямо. Отлично. Даже хорошо. Я не хотел там по льдам ехать, а сейчас мы без льда прокатимся. Даже не будем в него заезжать. Так, заправить. А что, нельзя выбрать? Пересесть. Угу, это я, это не я. Пересесть. 330 литров. Но нам точно хватит. На любую сраку. Если топливо останется, мы, короче, прицеп продадим и куда-то посливаем по пути. Я не знаю, куда по пути сливать его. Грязюка такая интересная. Вроде должны просто умереть здесь, в этой... лужи. Мы что-то прям вообще на изи проезжаем. Причем на любой технике. Езда по воздуху немножко. Блин, мы сейчас приедем, наверное, за эти 130 литров и 200 останется. Просто летит капец как. Мы сейчас в землю воткнемся и там просто... сразу урон будет. Я прямо лечу. Нифига себе. Слушайте, ну по идее скорость повыше, наверное, пролетел бы.
Так, стопэ. Нужно думать, как нам ехать. Что нам даст... Да блин, уберись. Что нам даст этот проезд? Мы зайдем вот сюда, потом куда-то сюда, и тут через ледик. Но идеальный проезд у нас был вот здесь. Тут мостик, а мы тут вниз спускались. Эта дорога сюда уходила. Но вот это вот, судя по всему, не до река. То есть, возможно, с ледиком. А нам нужно откуда-то вот отсюда зайти. Здесь, возможно, тоже будет немножко. Короче, нам в идеале где-то вот до сюда доехать. Отправиться вот сюда. И вот сюда. А потом на разгрузку. Наверное. Я, конечно же, этого не знаю. Но мы сейчас будем пробовать. Там фордяк стоит, да, прямо на повороте, не бойся, где нам нужно будет проезжать. Сколько метров? 320 метров. Нормально. Главное не завалить, потому что грузить нам нечем. Ага, я понял. Давайте, наверное, страховать на всякий случай. Все подряд. Страховать нечем. Ну, точнее, есть чем, но места неподходящие. Смотрите, аж текстура меняется. Следы старые еще остались. Так, 180 метров. Слушайте, но он эти кусты толком даже не чувствует. Да, реально, следы от Форда остались. Непонятно почему. Перезаход-то был. Кстати, он по льду нифига не провалился почему-то. И лед из асфальта повылазил. Так, наш поворот. Посмотрим, пролезем там по лесу или нет. Будет видно. Но начало вроде неплохое. Вон я даже спуск уже вижу вниз. И он тоже вроде вполне себе приличный. Ну, в смысле, нормальный. А не какое-то безобразие. О, это я понял, куда я собрался. Я собрался по горам ехать, оказывается. По заснеженным. Ну, чуть поделаешь. Мы просто ни разу не ездили, поэтому дорогу приходится прокладывать. Какие тут дороги есть и где, но по льду не горю желанием ехать. Нифига, слушайте, реально прям дорогу накатал, там все ободрал, снега нет. Ну, казалось по карте, что здесь, ну, ровненько. Я хоть поднимусь, нам лебедиться даже не за что здесь. Мы сейчас на пузо посадим кого-то, или прицепили себя, то все. А с дровами как бы лебедкой тянуться не всегда лучший вариант. Нифига как прет по лесу. Офигеть. О, дорога. Ну, хатку эту мы видели. Она не юзанная, она ничейная. Она подсветилась? Подсветилась, отлично. Вот у нас как бы и дорожка есть. Приятно, что они сейчас с расстояния подсвечиваются, потому что, помните, на старых картах нужно было прям заехать туда, отметить. Так, ну здесь мы сейчас будем застревать в снегу. Угол, 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 угол. Наверное, нужно правее валить. Ага, снежочек, я понял, какой здесь. А какая разница, где ехать? Слева в снегу можно застрять, вправо нормально.
Так, еще 170 метров. Это уже, по-моему, будет возле мостика дорожка. Я понял. Тут типа угол не сильно удобный, но дорога получше. А другой угол типа дорога похуже, но угол удобней. Но в целом проще лучше так проехать, чем там буксовать. Давай, наверное, повышаечку. Ну, это тяжеловато немножко. Нифига. Типа дорога. Такое ощущение, будто тут ручей раньше был. Скорее всего, так и было. Так, а вот здесь мы вниз спускались, насколько я понял. Слушайте, так нормальный проезд тут. Абсолютно нормальный проезд. Каждый раз на это дерево смотрю и думаю, я тут проеду или нет. Только уже раз 10, наверное, проезжали, но каждый раз заново так проеду, не проеду. Так, сейчас дрова начнут что-то исполнять. Ух ты! Тронуться не мог. Интересненько вообще-то. Так, вот здесь нужно аккуратно, иначе мы подпрыгнем сейчас неудачно. Все нормально. Так, в эту колею лучше, наверное, не заезжать, иначе завалимся. Снова тронуться не могу. Кразик, ты что-то меня начинаешь это удивлять. До этого ехал хорошо, тот раз все уже. Причем ни подъема, ни грязюки, просто раз и перестал трогаться. А прикиньте, если они ездят по разным картам по-разному. По той карте хорошо едет, по этой плохо. Льды везде. Тоже с видом, будто можно ездить на чем-то нереальном. Но не нужно. Елка, которая с нами может поехать. Резиновая, которая... Так. Разгрузить. Отлично. Так, что у нас там есть? Слушайте, ну раз у нас нет проблем с топливом. Миссия на время находится в полной жопе. Как до полной жопы нам добраться? Ну-ка, соседняя карта быстрее будет, нет? Я даже не знаю. Реально даже не знаю. Так, ну вот здесь мы проедем. Вот здесь нет. Поехали сюда. Сюда мне просто кажется чуть-чуть ближе. А, не, все отлично. Показалось, топлива нет. А мы же можем заправиться там по пути. Так, Фордичок. У тебя миссия на время. Поэтому нужно ехать максимально быстро. Я надеюсь, мы проедем. А там видно будет. На повышаечке, наверное, будем проскакивать. У следов даже толком нет, как проехали. А, то есть вот нормальный въезд для людей. А я заехал как хрен пойми что. Ну ладно. А может, не въезд нормальный? Может, это плохой въезд? Тихо. Ух ты, блин. Еще бы чуть-чуть. И плавал бы уже. Не, можно было, конечно, проверить, проедем мы там или нет. Но, по-моему, мы здесь на Фордике... Подожди.
И вот в прошлой серии, во, переправа. Мы эту миссию видели, почему ее нет? Мы же тут были. Почему она нигде у нас не отмечена? Она не выполнена. Просто в прошлой серии хотел посмотреть на эту фигню и забыл. И получается, мы туда подъезжали, или мы просто на карте засветили, но не принимали ее. Переправа. Ну, на переправу там нужны какие-нибудь доски, наверное. Давайте на F4 посмотрим. Поручение, переправа. Да, доски 4 штучки. Ну, как обычно все. Я не помню, чтобы мы здесь ездили. Или мы в эту сторону просто не катались. А, не, катались. Один раз. Так, этой же дорожкой. К столбику. Нет? Я вас понял. Ух ты, блин. Уже застрял. Как я тут проезжал? По правой стороне, по льду, наверное. Иначе нифига не получилось бы. Не, я думал, он со своим весом, наверное, пролетит, я думал. Получается, нифига подобного. Это было не смешно. Так, понятно. Уже сам выехал без лебедки. Короче, вот это место со льдом, оно самое, походу, хреновое. Здесь толком никак удобно не проехать. И за счет этого у нас проблемы. Топливо юзать не будем, потому что нам хватит до заправки. На заправке мы себе зальем полный бак. Кстати, у нас тачка вся помятая, но урона нет. Необычно выглядит это все. Нифига там дорога по обрыву по какому-то. Так, ну типа слева всегда проезжали, значит, в этот раз получится. Бабах. Ух ты, блин, нифига, чуть не убился. Давай, 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 черт возьми, давай, едь, едь. Ну в сраку эти дороги, по льду страшно ездить. Полбака. И канистры засветились, будто в канистре полбака у нас. Я не знаю, нафига я сейчас полный вырубил, такой типа экономия, потом думаю, заправка что бесконечная как бы. Фары? Ух ты, блин. Давайте пока что без фар. Без фар такой цвет приятный. А то такая желтизна, а так хотя бы тона прикольные. Пока без фар едем. Что-то камера подлагнула, по ходу время перематывалось. Анк можно заправить, вдруг он поедет куда-то дальше. Давайте заправим. Заправить. Ой. Немного перепутал. Да блин. Все, поехали. Тупанул. Сначала слил, потом обратно залил. Сейчас нужно будет посмотреть, как нам туда в идеале заехать. А миссия, кстати, на время, я даже и не помню уже, куда там ехать. Сейчас посмотрим, точки отметим. Если что, может, даже прокатимся не в свое время. А хотя во время миссии... Ну, блин, сейчас, наверное, узнаем. Можно ли во время миссии забирать запчасти? Походу, нельзя, да, наверное? Офигеть, грязюка как подлетела. Так,
Dixie Boys. Так, заправляем сюда, 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 сюда. Капец, у него топливо. Так, карта. Загадочные монолиты. Загадочные монолиты. Хотя, в принципе, норм. Знаете, как мы сделаем? Мы эту миссию принимаем, потом едем вот сюда. Потом сюда. Ну, тут сделано специально, чтобы было неудобно. Потом сюда, потом вот сюда. И где-то тут будем искать запчасти. Как-то так. Я думаю, мы с этим справимся. Ой, я ж не отметил нифига. Так, на дровах нам вниз. На миссию. Миссию забыл отметить. Время надо тогда сразу перематывать на 6 утра, потому что потом во время миссии еще скажут, нельзя перематывать. Ну, я надеюсь, кстати, нам не напишут, что нужно из салона ездить. Потому что из салона... Слушайте, так а точки-то простые. Может, реально нас из салона отправят? Нас могут из салона отправить. Поэтому времени столько дают. Ну, на прошлую миссию, кстати, даже снаружи я хрен бы проехал в то время. Ну, хотя из салона, в принципе, ехал так же, наверное, как и снаружи. Но там времени было вообще мало. Лужа сильная была. Лужа, лёдик. А, я полный вырубил. Так, вот эту штуку лучше объехать. Немножечко. И нам нужно куда-то сюда вниз. А, я понял. Нет, не понял. Да вы орете. То есть я только что очень сильно облажался. Вы хотите сказать. Тихо, стоямба. Только не говорите, что я должен это делать с прицепом. Твою мать. И ночь включилась. Хотел ночью не ехать. Но мы приехали уже. Мы уже приехали. Отличная миссия. Просто дело в том, что такой прицеп мне не прицепить. А за счет, если бы он хотя бы на этих своих лапах не стоял, мы ж просто задолбаемся его таскать. Зараза. Впустую приехал. Ну что остается? Гнать вот эту хрень сюда. Зашибись просто. Здание проблем. Да что вы говорите? А я типа не знал, что оно провалено. Блин, капец какой-то. Я помнил, что там прицеп, но что-то в этот момент я что-то забыл про него. Что он там есть. Хотя у нас по-любому там есть фаркоп. На фарде можно было, наверное, и потащить. Просто если бы там те лапы не торчали так сильно... Я бы его потащил, но просто будут моменты там, где он нас просто будет уничтожать, тот прицеп. Мы сейчас тогда к форду подъедем. Возьмем с него топливо себе. Которое у нас, я не знаю, много его, немного. И поедем тогда. Куда-то. Не знаю куда. С тем прицепом кататься. Интересно, там написано рекомендован скаут? Да, понятно. Значит, сам провтыкал.
раз написано, что рекомендован. Ну, то, думаю, сейчас нормально доедем. Без приключений. Полетел. Да, по асфальту, конечно, шикарно ездит. О, нифига, как быстро. Уже грязючка. Так, ну нам сейчас по-любому в грязюку, потому что туда на камни мы не полезем. Мы там нифига не проедем нормально. А вот через другие камни, наверное, можно будет попробовать проскочить. Аж понесло. Офигеть. Так, по-моему, за Анком нужно будет свернуть. Там можно было и до него, наверное. Специально притормозил, чтобы не было урона, и один фиг получил его. Так, катафот себе разорвал. Поехали направо. Не хочу там объезжать, уже надоело объезжать. Хочу прокатиться по другим дорогам. Там четко дорожка какая-то. На! Добрый вечер. Так, отремонтируем сами себя, нам нужен движок. А, так я новенький. Ну, отлично. Так, а я тут проеду или нет вообще? Если что, по горам проедем, наверное. Можно было бы справа щемануться. На баке сел. Это по-нашему. Давайте левее заезжать. Так, вот здесь на баке садиться нам нельзя. Тоже фиг куда дотянемся. Ну а теперь можно еще раз подремонтироваться. 10 ремонта осталось. И ничего страшного, сойдет. Где там наше барахло лежит? Где там оно есть? Подожди. Погнали по берегу прокатимся. Камень же не помеха? Или помеха? Я думаю, не помеха. Хоть исследуем, что там есть. По бережку интересно проехаться. Хотя, скорее всего, помеха камень. Но сейчас будет видно. Оу, подожди, так можно как бы сразу туда в сраку заехать и поехать вот тут. Так, давайте так сразу и сделаем, раз мы здесь близко. Смысл нам потом сюда ездить. Так, я надеюсь, я не застряну. Мы же на этой штуке ехали, и по-моему с прицепом мы ехали. Так что шансы у нас должны быть, наверное. Наверное, должны быть. Упс, застрял немножечко, но пока что еще едем. Я не знаю, где там искать. Там конец карты, деревья прямо из воды растут. Блин, ну тут проезд прям вообще отличный. Минус дерево. Не, не минус. Вот даже следы наши старые пооставались. Тут можно ездить. Вообще классно.
Так, у нас одно очко для ремонта осталось. Ой, что я нажал? Не то. И заглушил случайно. А, нет, 2 осталось. Я думал, что у нас 9 оставалось. Так, где-то там должна быть машина. ХЗ где? Поехали смотреть. Ой, что-то мне не нравится эта грязюка. Я вас понял. Грязюка, что надо. Шикарно просто. Походу не зря в прошлый раз ездил там вокруг. Но домик видно. Мы, возможно, возле домика и забирали прицеп. Я не помню, где мы его забирали на самом деле. А, поехали по этой стороне. Не хочу ехать по центру. И надеюсь, запчасти по центру тоже нет. Но у них сейчас новая шмода пошла на эти запчасти. Что просто бросать их где попало, без машины, без всякой фигни, просто без метки, без нифига. Просто квадратик желтый, типа вот запчасть. И все, и пофиг. Бабах. Не, едем. Но островок все равно нужно чекать. Каждый. Потому что вдруг что-то где-то лежит. А может и нет. Нифига. Думал, нормально проеду. Давайте к берегу. Так, где мои сраные запчасти? Еще урон. Да дерево уже сломалось, но оно все равно нас держит. Что за фигня? Или оно не сломалось? Вроде сломалось. А, тут другое было. Ну и чё? Или с меня поприкалывались, что тут запчасти валяются? Возможно, где-то здесь? Вот тут вряд ли, разве что вот тут сверху. Ух ты, а что здесь тоже такое непонятное? Там, наверное... Привезти что-то нужно будет туда. А здесь вообще не вижу ничего. Ну, получается, просто так сюда приехали. Чисто так. Покататься. Топливо спалить. Сейчас, короче, поедем туда прямо, чуть повыше. У меня есть идиотское подозрение, что оно может быть просто по центру. Вот тут вот. В говнах и без машины. Запчасти эти. Потому что так уже было. А, удачно. Я посмотрел, типа сюда поехал, потому что просветик был. Ну ладно. Ну, точка есть. Окей, высокая подвеска. Ну, это, наверное, на кразик куда-нибудь. Или фиг знает на что. Так, ну теперь можно сваливать отсюда. Официально. Давайте ремонт объем уже. Чупоник. Все, ремонта нет, ящика с собой нет. Вес стал меньше, ездить будет тяжелее. А, в бревно уперся, я вообще даже не... Причем уперся по центру бревна. Такого, по-моему, еще не было. Там в какую-то часть упираешься просто в начале или в конце этого бревна и все. А тут по центру как-то цепанулся. Так, ну ничего, сейчас доедем. Наверх я не попрусь, потому что хочется побыстрее закончить миссию на время. Вон там можно спуститься. Нормальный проездик там должен быть. Время, по идее, можно уже не перематывать, все равно ночью ездить. Ого, недвижимость в виде камня.
Бабах. Мягенько. Нормально. Зато не придется сюда кататься. А так все равно в эту сторону едем. И уже минус одна запчасть. Форда только, получается, впустую пригнали. Но те, то реально прицепы такие, что то нужно не на скауте их таскать, а на чем-то покрупнее. Сейчас поедем куда-то дальше прямо. Потому что через верх это слишком долго будет. А сюда как раз... Я думал, я левой стороной не зацеплюсь. Я подумал, это от правой пошел урон. Кажется, от левой. Камыши аж сдвигают меня. Ой, проехал. Нам тут наверх. В принципе, как хитрожопый, можно было бы вообще взял, оттарабанил прицеп до первой точки, а потом поехал туда пустой. Кстати, вот сюда мы не ездили еще, по-моему. Я даже не знаю, сюда можно туда доехать или нет. литров. Слушайте, мы еще можем не доехать. О, нифига, трава зеленая. И снег, и трава зеленая. Прикольно смотрится. Так, ну мы почти добрались. Ну, как раз фордяк, значит, не зря тут стоит. Хоть заправить нас сможет, если мы доедем. Прикол. Я не видел его. Ну, воткнулся капитально. Ну, с форда отремонтируем. Но ремонтировать вроде особо уже нечего. Тебе вообще нужно по миссиям чекнуть. Хотя, блин. Тут ремонта уже нет на этом пикапе. Нафиг его ремонтировать. Его все равно, скорее всего, тпхать придется. Так, пересесть. Давайте ремонт посмотрим. Нам главное движок и бак. Все отлично. А, это наш. Движок сойдет. Подвеска насрать. Отлично. Так, заправить. Соточку сольем. Из полтинничка. Так. Пересесть. А метки пооставались? Вроде как да. Так, сейчас эту хрень прицеплю, а потом поедем. Чувствую, это будет надолго. Ну, конкретно с этой машиной. Так, дайте мне хотя бы сюда как-то микро... Ну, есть. Так, 18 минут. Поехали. Да ты орешь. Нахрен я тогда сейчас цеплял его. Собака. Походу, а раньше так можно было. Походу, сделали его для хитрожопых, как я, которые хотели вот так вот обмануть систему. Но система нас обманула сама. Так, заправить. Ой. Да я себя слил. Самому себе. Поехали. Надеюсь, мы доедем. Так, 18 минут, а время... А, время есть. Нифига, мы уже 47 секунд ездим. Мне казалось, секунд 5 от силы. А мы тут уже катаемся и катаемся. Так, а время, интересно, оно застопорено или у нас к концу поездки будет наступать утро? Кто мне скажет? Как думаете, будет утро наступать или нет? Хотя, блин, знаю эту игру, нифига оно не наступит. Но здесь все будет максимально неудобно.
Так, наверх 200 метров, потом фиг знает куда ехать. У нас как минимум, скорее всего, карта работает. Карту-то вряд ли залочили нам. Так. Подниматься нам лучше всего по нашему любимому подъему. Только как залезть сюда в загадочные монолиты, непонятно. Блин, а потом вниз ехать, ядрить, колотить. Мы неправильно поехали. Надо было сюда вниз и тут наверх. Ну, через эту фигню заехать. Ну ладно, пофиг. Сам протупил. Неправильно уже поехал. А потом просто надо было вокруг вот так вот хлоп и вот сюда и вниз. Вот такая схема здесь. А я поехал хрен пойми как. Тогда мы, наверное, последние две точки местами поменяем. Чтобы было легче. Потому что из той сраки, куда мы поедем на третью точку. Да блин. Мы фиг куда доедем. Весело ползем. Прям вообще весело. Но нам спускаться, наверное, сюда же придется. Елочки еще шикарные, прицеп отличный. Так, я могу направо уже потянуться? Могу, отлично. Елка крепкая. Ну, если что, сейчас прицепом потянемся. Так, ну нам налево, направо, прямо вообще пофиг куда. Главное доехать. Минуту ушло. Блин, мы реально можем не успеть по времени, но в принципе пофигу. Не-не-не-не-не. Таймыровский куст я отрывать не буду. Прикиньте, кусты таймыровские есть. Вот они. Офигеть, походу единственное место, где они есть. И вся проблема в том, что нам нужно сейчас через них сюда заскочить. Ох, сейчас походу будет мясо. Или нормально все пройдет. Лужайка такая зелененькая. Ну и чё? Чё вы хотите? А, прицеп закатить, понятно. Я сразу и не понял. Думаю, чё они от меня хотят. Слушайте, так может мне получается, есть, наверное, смысл ехать туда же, откуда я приехал, да? Судя по всему. Отлично. Таймыровский куст поехал с нами. Самая неприятная хрень, которая могла произойти. Собака. Да вот же курва. Ой. И что нам делать теперь? Он нас просто сейчас, блин, достанет. Не, вылез. Ну хоть на этом спасибо. Так, контейнер. Или как тебя там зовут? Не цепляйся за елку. Спасибо. Нифига, он взорвался. Смотрите, что он с землей сделал. Ну вы поняли, да, о чем я говорил? А то вдруг кто-то не в теме про таймыровские кусты. Он тупо взорвался только что. Куст замедленного действия. Ой, это не та елка. Я вот эту хотел. А, я понял. Ты иди в сраку со своей надписью. Да, маршрут у меня конченый, конечно. Я вообще неправильно рассчитал. Чё я неправильно его рассчитал, я не знаю. Прицеп вообще ни в какой не хочет ехать. И непонятно почему. Так, погнали вниз. Туда, откуда мы приехали. Мы же отсюда приехали или нет? Ой. Повышаечку. И на следующую точку. Так, будем ехать теми дорогами, которыми уже катались.
Короче, сойдет. Нормально. Можно ездить. Я удивлюсь, если мы успеем по времени. Но мы не должны этого сделать. Офигеть, подпрыгнул, так повернул. Прям на прицеп так прыгает за нами. Прям капитально. Кавабанга! Ухоу! Ой. Я вам скажу так, я просто хотел немножечко срезать. И в принципе у меня получилось. Экономия времени просто это называется. Так. Надо сейчас поменять местами метки. Мы сначала сюда зайдем, а потом вот сюда. Потому что тут по льду где-то скакать там непонятно где. Я не хочу. Куда дорога ведет? А, вот сюда прямо. Ну, кстати, нормально спрыгнули. Урона почти не было. На колеса стали быстро. Кто еще может пройти эту миссию за это время, перевернувшись где-то? Так, подожди, нам, по-моему, направо. Да, нам точно направо. Только не знаю, нам сейчас сюда поехать или нет. Из-за темноты ни хрена непонятно, что тут по перепадам. Сейчас или потом. Ну, тут где-то вот сейчас буду сворачивать вниз. Опа. Чепоньк. Где-то. Да кто там? Бревно какое-то. Кто-то нас цепанул, а кто непонятно. Пожалуйста, проедь. Спасибо. Там просто ни хрена не видно в темноте, за что там и кто цепляется, поэтому как-то не сильно хочется там застрять. Да, тут переездик повеселее. Камушек. Проскочили, будто его и... Нифига себе. Ой, елка. Да блин, вон так. Ладно, насрать. За что-нибудь давай. Ты прям аж воткнулся туда в землю, просто харей. Так, 200 метров. Это не там, где у нас цистерна стоит. Кстати, миссия с цистерной все еще не найдена. И цистерна пустая. Как мне туда попасть? А, там есть нормальный въезд. Серьезно? Почему его не видели? Нормальный въезд есть, прикиньте. Крутяк. Как реально туда заехать? Кстати, хорошо, что сейчас свернул, потом бы не заехал. Короче, вот в этих местах везде таймыровские кусты. Проклятое место просто. Просто проклятое место. Все в таймыровских кустах. Здесь люди страдают. Так, давай направо. Газ в пол. Ух ты, блин, нифига, чуть не опрокинулся прицепчик. Полетела к нему. Я не знаю, меняется что-то или нет. Мне сейчас на секунду показалось, что посветлело, но, по-моему, нифига не поменялось. Кстати, наша штука довольно хорошо таки едет, на удивление. С прицепом, с этим, по-моему, даже лучше, чем порожняком. 53 литра. Нам даже бака, походу, хватит доехать туда. И, может, даже и по времени на золото успеем, непонятно как. Прикиньте, да, такой поехал вообще неправильно. Опрокинулся разочек, еще и на золото приехал. Такого быть не может. Это из области фантастики. Такое ощущение, будто нас приглашают поехать налево. Нет, это обман.
Кстати, а куда нам ехать там? Ух ты, срака. Хотя нет. Чпоньк, чпоньк. Типа там можно проехать. Конечно, плохая идея лезть через лес с этим всем делом, но вы же нас знаете. Мы сложных путей не ищем. А за что вообще? Ну вот сейчас на камень налетел, почему урон не дали? А главное, там на ровном месте такой. На тебе, давно не было урона. Получи, тварь. Ух ты, блин. Ну ладно, пофиг. Раз поехали, то едем. Плюс у нас вид не из салона. Можно себе позволить прокатиться по столь неизведанным местам. Черт знает, куда я еду. Спереди вижу березки мелкие. И кусты таймыровские, которые стоят на защите этого леса от всяких неугодных дизельных автомобилей. Что происходит, я понять не могу. Что тебе мешает, чудовище? Бери просто и едь. А, веточка, понятно. Но веточка — это святое. Нифига кустов сколько, ядрить, колотить. Просто капец. И мы заезжаем как бульдозер какой-то. Я тут сейчас налево пойду как-то. Прицепчик заедет за мной, не? Не, не заедет. Ну, мы его сейчас чуть пододвинем. Вот так вот. И сами пододвинемся. Оп. И сейчас он зацепится колесиком. Не, проехал колесиком. Отлично. Так, а куда нам ехать? А, вот мы уже на месте. Этап, в смысле, еще один этап? Ах ты собака, обратно нужно вернуться, зараза. Так, ну вот здесь дорога срака, вот сюда будет быстрее. Сюда реально будет быстрее вернуться. Так, а мы можем со скалы спрыгнуть? В теории, да. Поехали вниз тут. Будем срезать дорогу. Ух ты, блин, а тормозов-то нет ни хрена. Тормозов нет вообще. Ух ты, нифига яма. Прицепчик хоть на днище посмотрели. Ну поехали, пофиг. 4 минуты. Блин, я думал, такой нифига, красавчик. За 13 минут успел. Да давай, двигай жопой быстрее. Сейчас утонем, блин, во льдах, в этих... во льдах Антарктиды. Сейчас на другой берег сразу переберемся и по нему поедем. Ну, за 4 минуты можем не доехать, кстати. Я даже не знаю, успеем доехать, не успеем. Ну, сейчас попробуем ради прикола. На самом деле, пофиг, успеем, не успеем. Но все же интересно. 4 минуты немало времени, чтобы доехать. Так что можно и попытаться. Или постараться. Осталось 3 минуты. А, там 18.30, по-моему. Или ровно 18 там было. Я не помню, сколько там было. Так, ну тут штурмовать реку негде. Нам нужно на наш стандартный съезд. И там уже что-то пытаться делать. Куча дорожек вниз туда к домикам. Время летит. Не, мы не успеем. Вроде бы ехать близко. Но, кстати, хорошо, что мы последнюю точку эту отметили. Прикиньте, другую отметили бы. И потом, сколько нам ехать обратно? По каким жопским местам? Да? Или нет? Как думаете? Так, прицеп, я тебя тащу, а не ты меня. Мы ролями не менялись. Он так хочет завалить меня на бок. Прям капец. Старается изо всех сил. Но получается слабо. Скользко, не могу выехать. Но чуть-чуть пинок сделать. Отлично. 16 минут, 2 минутки осталось. Мы не успеем. Но мы будем стараться. Где мы ездили здесь? Нифига, он подпрыгивает.
А, там же подвески нет, там тупо балка и все. Так, наша тачка что-то перестала хотеть ехать. Обратно такая уже. Не. Не то. Видите, да? Даже колеса не может прокрутить. А до этого помните, как мы тут пролетали? А, я тормоз просто. У нас топливо закончилось. Я думаю, что она не едет, нифига. Думаю, в чем проблема? У нас, оказывается, топлива нет. Причем доехал до 1 литра. Офигеть, она до последнего литра ехала. Только на последнем литре она сдалась. Похвально, однако. Ух ты, даже не врезался туда. На удивление. Так, нам куда-то наверх. Да давай, повышайку или что-нибудь. Задолбал уже туда-сюда. Долбишь эту передачу. Первую, вторую просто. Ну, 30 секунд мы не успеваем. В принципе, можно было успеть на изи. В это время вписаться прям вообще легко. Точки просто изначально нужно правильно проходить. Можно было в таком случае на эти даже не заезжать точки, на первые, а тупо проезжать их в конце. Или эту проехать, а ту сверху последнюю сделать. И все. И вообще изи катка. Мы буквально не успеваем, секунд 15, наверное. Нам не хватит. Ну, пофигу, пофигу. Серебро. Ну, на серебрянку мы успеем. Просто если бы сразу сказали, что нужно будет обратно ехать, я бы как-то иначе маршрут проложил. Принять. А, он сам отцепился. Думаю, что за фигня такая. Ну все как бы. Mission complete, как говорится. Мы сделали это. Так, F4, 81%. Плюс... Черт узнать сколько, 2 или 3%. Ну что, народ, думаю, что на этом закончим нашу серию. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте подписываться на мой канал. Все ссылки будут в описании под роликом. Ну а с вами был Алекс, и всем пока-пока.